Привет, это Sales Mania. Узнай что-то новое, подпишись, расшарь и лайкни. Не жлобься на подписки. И не держи информацию в себе, как делаю я со всеми делюсь. Как можно использовать на практике сводные таблицы для продаж, для заказов и так далее на рынке FMCG, либо на других направлениях. Вот, к примеру, вы видите рейтинг топ-10 самых продаваемых моделей. Вот, допустим, 116-180 – это самая продаваемая модель, это поменьше, поменьше. Здесь вы видите остатки на текущую дату. Как можно заметить, моделей здесь куча. Если мы пойдем на колонку F, то мы видим, что остатки перечислены по каждой модели, модель и баркод. У нас номинование, как вы видите, 7270. Но у нас стоит задача сделать заказ именно вот по этим топовым позициям. Используя сводную таблицу, мы можем оперативно выдернуть отсюда модель и сформировать один лист со всеми этими номинованиями. Я вам сейчас на примере покажу на трех моделях, как это можно сделать. Ставим курсор в любое место свода данных, идете на лист «Вставка» и на сводную таблицу. Он у вас автоматически выделил массив данных. Выпало вот такое диалоговое окно. На новый лист нажимаем «Ок». Вам открылась заготовка под, как я это называю, заготовка конструктора сводных таблиц. Здесь перечислены все колонки, которые обозначены в массиве данных. Видите, здесь их 13 наименований. Если мы перейдем на лист конструктора, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. То есть все эти колонки здесь обозначены. И теперь нас интересует, какая информация. Нам нужна модель, нужен цвет, нужен размер и нужен остаток. По этому принципу мы и формируем. Нужна модель. Вот выпала, пожалуйста, модель. В этой модели нужен нам цвет. Вот, пожалуйста, подтянул цвет. И нужен размер. И вот размер. А остаток мы тянем в окно значения. Вот. И здесь для удобства можем еще сортировка по убыванию. Вверху вы видите модель с максимальным остатком. Ниже в каждом разрезе с минимальным. Но здесь, как вы заметили, присутствуют все модели, которые перечислены здесь. А нам-то надо только локомотивы. Что мы делаем? Мы берем вот это название локомотивов. Сейчас я его скопирую. Вот сюда вставлю. И буду выбирать вот эти вот названия моделей. Смотрите, как это делается. Нажимаю на фильтр модель. И здесь в строке поиск вбиваю 116-180. Оп! У вас все данные по 116-180 выпали. Это все то, что касается этой модели. И в итоге у вас 22130 штук по каждому размеру и по каждому цвету. Здесь у вас получается это позиция номер один рейтинг. Вторую берем позицию 120-190. Мы берем, копируем. И здесь вставляем. Теперь нам нужно взять и вбить не эту модель, а 120-190. 120-190. Как видите, у вас появилась модель 120-190. Опять копируем. Вставляем. 112-830. 112-830. Вот она нашлась. Вот вам 112-830. И так далее, и так далее. То есть вы на данном листе можете видеть интересующие вас модели в разрезе каждого цвета, каждой модели и размера, сколько штук у вас осталось на складе. И теперь этот список можно сохранить, и когда вы будете получать новые данные со склада по остаткам, вы можете вставлять их вот в этот массив, вместо него новые данные, но главное, чтобы у вас колонки не менялись. И в дальнейшем, когда вы перейдете на лист, который отражает модели, необходимо сделать следующие шаги. Нажать в меню управления инструментами «Данные». Здесь под этим словом «Данные» вы увидите кнопку «Обновить все». Нажимая эту кнопку, вы обновляете все три таблицы одновременно и получаете обновленные остатки, исходя из вновь влитых показателей на следующую текущую дату. Это очень удобно. Пожалуйста, пользуйтесь.